Череповцы ликвидируют крупную аварию на теплотрассе, из-за которой без отопления всю ночь оставались жильцы 35 этажек. В общей сложности 6 тысяч человек. Ремонтные бригады не могли приступить к работам сразу. Несколько часов потребовалось, чтобы найти поврежденный участок и откачать горячую воду. Затопило всю подземную магистраль. На данный момент удалось подключить к теплоснабжению 17 домов. Пока непонятно, сколько времени потребуется, чтобы полностью устранить аварию. В городе сейчас минус 20. Работы ведутся в настоящее время бригадой. Подготовлен пункт временного размещения на 1000 человек. А также будет обеспечено горячим питанием при необходимости. 23 человека личного состава от главного управления МЧС России по Вологодской области проводит сейчас подворовый обход с целью определения нуждающихся и проблемных вопросов, которые возникают у жителей, а также информирования.